В ЕНПФ сегодня объяснили, почему на счета казахстанских детей перечислили чуть больше 100 долларов. Накануне почти 7 миллионов несовершеннолетних получили первые выплаты из нацфонда, о которых ранее заявил президент. Как сообщили в едином накопительном пенсионном фонде, поступившие суммы будут увеличиваться в зависимости от ежегодного инвестдохода. Когда и как можно будет использовать детские сбережения, знает Мира Альжанова. Первая новость о том, что маленьким казахстанцам перечислили по 100 долларов, появилась накануне. Узнав об этом, многие родители поспешили проверить информацию. Из-за большого количества запросов сайт kidsympf.kz не выдержал и некоторое время был недоступен. Этот день ждали многие с нетерпением после того, как президент предложил ежегодно пополнять счета несовершеннолетних детей из инвестдохода нацфонда. У меня дети, у детей есть свои дети, внуки. Поэтому это была новость, которая очень хорошая новость. Мы ее так ждали, когда наше богатство народа делится со своим народом, то есть будущим поколением. Думаю, что это начинание очень хорошее. Я прям сама очень рада, что такая помощь, наконец-то дождались люди. Это хорошая идея от правительства. Это. Но в дальнейшем это для детей, для что оплатить свою учебу, еще что-то. Программа «Нацфонд детям» стартовала в начале этого года. На проведение всех расчетов ушел месяц. Выплаты получили почти 7 миллионов казахстанских детей. Более 300 из них в этом году отметят 18-летие. Они смогут направить свои средства на оплату учебы или приобретение жилья. Эти средства – это первые накопления наших детей. Они будут продолжать инвестироваться в составе национального фонда и ежегодно приносить дополнительный инвестиционный доход. С учетом этого общая сумма накоплений каждый год будет увеличиваться. Проверить наличие средств на счетах детей можно на сайте kidsympf.kz. Для этого необходимо ввести ИИН ребенка. Начисленная сумма 100 долларов 52 цента для всех одинаковая. Минфине объяснили, как велись расчеты. Расчеты делались, исходя из 6 миллионов 400. И первоначально, когда мы выходили и говорили, вот эту сумму и озвучивали. На сегодняшний день 695 миллионов долларов делим на 6 миллионов 919 131 ребенка, получаем сумму 100 долларов 52 цента. В случае, если ребенка не включили в список участников программы, то необходимо проверить корректность ИИН. Для этого следует обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства. Мира Альжанова, Нурлан Утигенов, Дастан Темурбекулы, телеканал Алматы, Астана.